Итак, здравствуйте, друзья. Здоровуйте. Здравствуйте, мои друзья. Да. Сейчас мы находимся в лесу на Бране, скажи. На Бране. На Бране. Покажи рукой вот так, вот так, вот, видите? Вот. Ну, расскажи друзьям, как тебе здесь? Мне очень хорошо здесь. Погромче говорят, они не слышат. Мне очень хорошо здесь. Только насекомые, да? Только насекомые, но все равно очень красиво. Вот. Речку покажу. Ага. Угу. Бревно. Там еще бревно, а там лес красивый. Можно вот еще. Вот она на нас, смотри, на нас опять смотрит. Ну скажи на прощание, что еще добавишь? Что еще можешь сказать про этот лес? Ну давай, говори. Я по вам скучаю. Ну, скоро увидим. Не очень. Нравится здесь или что? Мне очень что? Мне нравится вот здесь. Сюда смотри. Мне нравится вот здесь очень. Но я очень по вам скучаю сильно. Хорошо, понятно. Ну вот, в принципе, всегда путешествовали то Турцию, то Иран, то Грузию. А в этот раз мы летом в Набрань выбрались. Но я скажу вам, лето, август, да, сейчас? Да. Сегодня какое число, Викуль? Шестое августа. Вот лес, но все равно жарковато, я вам скажу. А нет. Немножечко бы прохладно. Наверное, в конце августа надо сюда приехать. Зато море рядом. Хочешь, да, себе море, да, хочешь, понятно, себе. Мы еще лес. Мы сегодня, когда мы пойдем, покажем море. Угу. Хорошо. Сколько там минут уже? Три. Ну уже пора заканчивать. Прощайтесь. Короткий. Ну давай, прощайте. До свидания, друзья. Скоро приедем. До свидания. Скажи, что теперь еще немножко посидим.